Всем здравствуйте! Известный фигурист Роман Костомаров вот уже четвертый месяц остается в реанимации клиники «Коммунарка». Спортсмен очень сложно воспринимает действительность. Роман периодически просится домой в родные стены. Фигурист устал от бесконечных приемов лекарств и постоянного психологического давления. Сейчас Роман вновь столкнулся с определенными трудностями. На данный момент ему крайне трудно восстановить подвижность конечностей после нескольких ампутаций. Сообщается, что со спортсменом работают лучшие специалисты по реабилитации. Они усиленно пытаются восстановить подвижность ног спортсмена, но ему очень трудно даются упражнения. Согласно поступающим данным, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию приходится крайне тяжело во время реабилитации. Сейчас все усилия медиков направлены на то, чтобы помочь Костомарову вернуться к прежней жизни. Они провели несколько дополнительных операций, которые помогут перейти к протезированию. Роману рекомендуют сделать выбор в пользу бионических протезов конечностей, которые крепятся к сухожилиям и мышцам. Таким образом, спортсмен сможет полноценно управлять телом и полностью себя обслуживать. Специалисты не исключают, что благодаря новейшим протезам фигурист получит возможность вернуться на лед. Конечно, выполнять сложные элементы и проводить длительные тренировки не получится, однако без спорта Костомаров не останется. Специалисты предполагают, что Костомаров сможет вернуться домой в середине лета, поскольку фигурист настроен на то, чтобы выйти из больницы самостоятельным человеком. Напомним, Роман Костомаров поступил в больницу 10 января с двухсторонним воспалением легких. После долгого пребывания на ИВЛ и ЭКМО у него развился сепсис, и врачам пришлось ампутировать ему обе стопы, а также пальцы на руках. Будем надеяться, что Роман Сергеевич начнет полностью справляться со всеми упражнениями, которые необходимы для полного восстановления. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!